В конце концов, кто я такой, чтобы не пить? Фраза, между прочим. Кто я такой, чтобы не пить? Мне что, больше всех надо? Не пить, сидеть на диете, делать зарядку. Что я из себя корчу? Извините, мне спиртного нельзя, мне стакан сока. Бери водку, не умничай. Ты кто такой? Ты что задумал? Ты посмотри, сколько народу мучается. Пенсионеры без лекарств, молодежь без перспектив, а ему спиртного нельзя. Пусть все передохнут, а он будет на лыжах. На чьем фоне ты, гад, хочешь долго жить? Ты хочешь потом о нас кому-то правду рассказать? Тебе нельзя, а нам, значит, можно? Ты настоящих генералов видел? Фигура радость источает. Мундир лопается. Лампасы в щеки переходят. Нос цвета красного знамени. Упасть может, отжаться никогда. Гаишник на посту стоит, движение регулирует. И сам в борт вцепиться не может. Из-за живота. И его, чтобы объехать, шоссе надо расширять. Оттиск печати у него месяц перегаром отдает. Потому что подышал, ха! Лицо таких размеров, любая женщина с любого конца комнаты, не сходя с места, поцелует. Процесс одевания носков в полевых условиях полностью исключен. А ты говоришь, я не пью. Один, которому пить нельзя, ничего не получил при распределении мест в парламенте. Рыдал, справки показывал, язва, диарея. Ему сказали, все правильно. Сильно не пьющий, большая гнида. Настоящий мужик у нас либо на водке, либо на антибиотиках. Почему либо? Потому что они не сочетаются. Хотя бывает, что крупный руководитель и на том, и на другом. А ты говоришь, что я такой, чтобы не пить? Выпей, Мишастик! Так меня одна дама называла. Выпей, Мишастик, добейся любви без слов.